Я посетила очень много участков, которые находятся как в черте города Ульяновска, так и в других муниципальных образованиях. Доехала даже до совершенно небольших населенных пунктов. И вижу, что люди с очень охотным, с очень хорошим желанием и очень охотно идут на избирательные участки, чтобы реализовать свое право выбора главы государства на ближайшие 6 лет. Активно работая в мониторинговой группе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека по выборам, взаимодействую с общественным наблюдателем прежде всего и с наблюдателями, в том числе от кандидатов, которые выдвинулись у нас на данные выборы. К счастью, никаких нарушений нет, никаких эксцессов на участках нет, никаких вбросов, никаких чернил в урны.